Прям до стар, с вами Вероника. Та-да-та-та-та-там. И сейчас я хочу снять реакцию на группу Доминус. Я опять неправильное название читаю. Короче, тут Алайм и Индиго, вот я точно знаю, и еще кто-то третий человек. Я не люблю читать названия на английском, у меня с этим проблемы просто. Сейчас я посмотрю, как это читается, наверное. Не, может, не посмотрю. Ладно, не суть важно, надеюсь, по меня. Простите за то, что я неправильно прочитала название группы, потому что у меня... С произношением английский и остальные вообще для меня это сложно. Очень сложно. Вот, начнем смотреть. Песня называется Синен. Синен, тебе? Тебе. Синен. Наверное, тебе будет все-таки, да? Ладно, если что я неправильно сказала, то напишите мне в комментариях, что я буду знать. И поехали. Раз, два, три, поехали. Какой светлый, красивый клип. Доминус. Такие пальцы красивые. Вау. Раз, два, три, поехали. Сенен басқа кім керек? Басылмады мүлте орныңды біреу өзге. Алдадың тағы әлде айрылып қалдым сезім. Егер жүректе басқа маған не керек? Қасқағымда лезде, жанымда жоқ деп сезсем. Ұмытшы сол бір кезді, осыны тек өтінем. Ғажап, бенене батып аруым ажар. Күлкім сенің суық қаруын қанжар. Әлде қанша, әлі бар шығар. Менде соңғы мүмкінді қалдыр мені оңаша. Төземін тек мұнды дастан, мұнды жастан. Рас па, сенің жүрегін жаралған тастан. Бастар, бенененді сезімімде басқа. Өзгерді алмас төгілсе де көздерінен жаста. Сенен. Қайда болсаң да сен қайта оралма. Сенен. Сүйгем деген сөзін сенім құр амал. Сенен. Әлде қанша, әлі бар шығар. Сенен. Мен шаршадым, қалдыр мені оңаша. Сенен. Такие они милашки. Особенно в конце так улыбнулись, аж мне прям. Алайм, тебе очень идет белый цвет. Ладно, могу сказать одно. Смотрела на мальчиков, на парней, смотрела на природу. И сначала сидела и думала, вроде бы похоже, что это декорация. Потом смотрю, нет, вроде бы трава шевелится. Напишите, пожалуйста, мне место, где снимался этот клип. Мне очень интересно, потому что это горы сзади очень красивые. Я, может, понимаю, что это может быть Астана, скорее всего, или Алматы, но именно... Место именно. Там сзади какой-то поселок виднелся или что-то, я не знаю. Вот мне интересно узнать, что это вообще. Алайма голос потрясающий, просто мне прям... так успокаивать, не знаю. Приятен на слух, приятно слушать его. Тот парень, который начал читать рэп, это вроде бы не Индиго, как я понимаю. Индиго вроде бы играл или это... Я, короче, с творчеством Индиго пока не знакома, я не делала реакции на него. Поэтому просто скажу, тот парень, который читал рэп и щелкал пальцами, у него голос тоже такой прям мягкий. И когда он вступил, они когда вместе начали с Алаймом петь, это было просто...
просто как будто там уже все улетело. Я уже не тут, все, ребят, я не с вами. Мне очень понравилось, как бы охота, конечно, чтобы они именно вместе уже. Алайм отдельно выпустил клип, у Индиго Тавры тоже какие-то клипы есть, но именно хоть чтобы вместе их творчество продолжалось, чтобы мы видели их побольше. Надеюсь, вам понравилась моя реакция, понравилась группа. Оставляйте свои отзывы, комментарии, будет приятно почитать. Знаете, серьезно, очень охота делать реакции на новых исполнителей, новых звезд, потому что все-таки новые направления появляются, и охота делать что-то новое. На старых исполнителей как бы мы просто все видели, все знают, а на новеньких это как-то ну, по-другому чуть-чуть. У меня просто отношение как бы, наверное, даже по-другому чуть-чуть, вот. Чуть-чуть. Донышки. Вот, спасибо большое, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Мне клип, серьезно, очень понравился. Он такой спокойный, тихий. И просто вот, если эта аудиозапись есть ВКонтакте, я ее добавлю. Блин, буду лежать просто на ночь, не знаю, наслаждаться. Потому что, слушай, песню, ты улетаешь просто там. Свои мечты, фантазии, ты в другом мире, ни о чем не хочешь думать. Если вам понравилось, тоже ставьте лайки. Подписывайтесь на Алайма, на Индиго в Инстаграме. У них, кстати, очень крутые ребята, выходят трансляции, все такое. Вот, это была не реклама, это просто чисто я захотела сказать. Вот, всех вас очень сильно люблю. Пока!